Здравствуйте! В эфире информационная программа «До 12». Новости республики на телеканале «Регион 12». В студии Юлия Чурикова. По новым правилам. Новые штрафы, новые цены и новые запреты вступили в силу. Они отразятся на жизни и быте подавляющего большинства жителей республики. Чиновники посылают за справками? Жалуйтесь. Для этого теперь есть специальный сайт. Йошкар-Олинский «Спартак» готовится к сезону игр в новом профессиональном статусе. Первым соперником красно-белых станет казанский «Рубин». Чиновники, не успевшие технологически подготовиться, сами будут собирать бумажные справки за заявителей. С 1 июля официально, а с сегодняшнего дня фактически, чиновники республики должны перейти на электронное межведомственное взаимодействие. Для жителей республики это значит, что справок при оформлении разных документов собирать не придется. Их ведомства должны передавать друг другу в электронной форме. При этом, как заявили в Минкомсвязи России, там, где не успели технологически подготовиться к электронному межведомственному взаимодействию, чиновники сами будут собирать бумажные справки за граждан. Кроме того, теперь на сайте 210.госуслуги.ру можно будет пожаловаться на неправомерное требование справок. Ну а о том, действительно ли все ведомства республики перешли на систему электронного взаимодействия, мы узнаем уже сегодня-завтра и покажем в выпусках новостей телеканала «Регион 12». За что и сколько мы будем платить с этого месяца? В программах телеканала «Регион 12» мы неоднократно сообщали о том, что вторая половина года будет отмечена рядом изменений и новшеств, которые отразятся на жизни и быте подавляющего большинства жителей республики. С июля по всей России включаются новые счетчики по тарифам за коммунальные услуги. Как сообщила Республиканская служба по тарифам, за электроэнергию население будет платить на 5,5% больше. За газ в среднем на 15%. Причем степень увеличения цены будет зависеть от объемов потребления газа по направлениям использования. В итоге расчет розничной цены может быть увеличен от 12,69% до почти 36%. Сжиженный газ подорожает также в среднем на 15%. Вероятнее всего повышение и других коммунальных услуг. Решения об изменении будут принимать органы местного самоуправления, с учетом того, что рост суммарного платежа за все коммунальные услуги не должен превышать предельный индекс в 10%. И еще в избежании путаницы с платежами в период июнь-июль при наличии индивидуальных счетчиков с бытовые компании, в частности «Мариэнергосбыт», просят сообщить соответствующей инстанции показания по состоянию на 30 июня. С июля изменения затронут и всех автовладельцев. Увеличиваются дорожные штрафы. В каждом регионе расценки разные. К примеру, в Йошкар-Оле за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки за остановку в неположенном месте водитель заплатит не 300 рублей, как раньше, а 1500 рублей. Причем транспортное средство будет задержано. До 1000 рублей увеличится и штраф за стоянку на пешеходном переходе или ближе 5 метров к нему. С этого же месяца машин с мигалками в России станет меньше в 2 раза. Изменения не касаются оперативных служб – полиции, скорой помощи, МЧС. Хотя в МРЭЛ данное изменение погоды не сделает. С июля начнется переход на нормативное финансирование в системе высшего образования. Цена обучения для одного студента на коммерческой основе будет равна цене обучения студента по государственному заказу. В МРИЭЛ 2 государственных вуза – МРГУ и ПГТУ. По гуманитарным направлениям цена обучения студентов будет 60 200 рублей в год, по техническим – 112 000 рублей. В МРЭЛ до конца года объемы выпускаемой птицеводческой продукции будут увеличены почти на треть. Это станет возможным благодаря серьезному расширению производства. В третьем квартале в агрохолдинге «Акашево» намерены запустить в эксплуатацию строящиеся сейчас птичники в деревнях Портянур, Эрмучаш, поселках Алексеевском и Оршанке. В рамках проекта планируется создать 1300 новых рабочих мест, что будет способствовать развитию более 40 сел и деревень республики, развитию инфраструктуры и индивидуального жилья в сельской местности. Запуск нового производства позволит производить до 7 тысяч тонн мяса птицы в месяц. Для потребителей это означает сохранение доступных цен на куриное мясо. А республика гарантированно войдет в число регионов-лидеров Приволжского федерального округа по объему производства мяса птицы. Профессиональное обучение и стажировка, содействие трудоустройству инвалидов, открытие собственного дела.
Именно такие дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, признаны приоритетными в Мариэл. Федеральные и региональные бюджеты выделяют на эти цели в этом году почти 53 миллиона рублей. Показавшие свою эффективность, направления будут поддержаны финансово и в дальнейшем. Вполне вероятно, финансирование дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда будет увеличено во второй половине года. Большие учения в рамках подготовки к отопительному сезону. На Ишкаралинской ТЭЦ-2, пополнив запас резервного топлива, мазута, провели масштабную тренировку по ликвидации чрезвычайной ситуации, которая в случае реального возникновения может создать угрозу жизнеобеспечению жителей столицы Мариэл. Полтора десятка расчетов пожарных, специальная техника прибыли для тушения учебного пожара и устранения последствий, пагубных для экологии. По легенде, учения ЧС возникают в результате разгула стихии. В одну из емкостей, в которых хранятся нефтепродукты, попадает молния. Как результат, пожар и разлив мазута объемом 7,5 тысяч тонн на площади почти в полгектара. Первым на место происшествия прибывает расчет пожарной дружины, охраняющей ТЭЦ-2, которая базируется здесь постоянно. А уже через 7 минут появляются расчеты городских пожарных частей. И в кратчайший срок вся зона возгорания оказывается в плотном кольце водометов. А сверху пылающий мазут заливается специальной пеной. Такое обилие техники связано с высокой категорией сложности пожара. Сегодня, значит, отработали совместные действия пожарных частей Ишкаралинского гарнизона и администрации ТЭЦ-2. Данные пожары считаются сложными для тушения, но благодаря той технике, которая у нас в Ишкарале, это 50-метровый коленчатый подъемник и 50-метровая лестница, мы данные пожары можем более-менее тушить. После того, как условный пожар был потушен, энергетики отработали действия по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Члены нештатного аварийно-спасательного формирования Ешкаролинской ТЭЦ-2, поста радиационно-химического наблюдения, в специальных защитных костюмах Л-1 сначала замеряют уровень углекислого газа в зоне ЧС, затем нефть откачивается насосами и вакуумными машинами, а остатки засыпаются специальными сорбентами и песком и удаляются из зоны загрязнения. Командно-штабные учения на Ишкаралинской ТЭЦ-2, наверное, на сегодняшний день проводятся первый раз за последние 10 лет, но сложилась практика, что такие командно-штабные учения мы проводим ежегодно, чередуя станции. Ну, я думаю, что через 4 года мы проведем командно-штабные учения еще раз на Ишкаралинской ТЭЦ-2. Итоги сегодняшних учений показали, что силы и средства в городе Ишкарале достаточно. Наконец, последняя вводная, поступившая по ходу учений, связана со спасением пострадавшего при ликвидации пожара. Его вынесли из очага заражения и оказали медицинскую помощь. Кстати, нужно отметить, что санитарный пост Ешкаралинской ТЭЦ-2 на сегодняшний день является лучшим в столице республики среди подобных бригад на крупных предприятиях. Все поставленные задачи в ходе командно-штабной тренировки были успешно решены. Условный пожар ликвидирован, последствия разлива нефтепродуктов удалось избежать. Учения получили положительную оценку и показали слаженность действий оперативных служб и энергетиков. С понедельника и до четверга в Ешкарале будет ограничено горячее водоснабжение жителей микрорайонов 9, 9А, 9Б, 9В и микрорайона Октябрьский. Это связано с подготовкой систем жизнеобеспечения к зиме. Будут вестись работы по техническому диагностированию трубопроводов тепломагистрали М4. В этот период возможно ухудшение качества горячего водоснабжения. Летние каникулы школьников в разгаре. Меж тем, школьные автобусы, предназначенные для перевозки сельских школьников, не простаивают. Напомню, программа «Школьный автобус» действует в республике 8 лет. Постоянные пассажиры школьного автобуса – более 6,5 тысяч сельских учеников. И с началом учебного года их число еще вырастет. Желтый школьный автобус работает и в летние каникулы. Ежедневно по будням ребята из окрестных деревень приезжают в пришкольный лагерь. Вот, к примеру, Медведевская школа номер 3. Каждый день, кроме выходных, дети в сопровождении социального педагога приезжают в школу. Причем для ребят и родителей такие путешествия абсолютно бесплатны. Все затраты компенсируются из бюджета республики.
В районе организация подвоза детей осуществляется 17 автобусами по 15 маршрутам в 9 образовательных учреждениях. В этом процессе принимают участие более 280 учащихся. По республике цифры еще внушительнее. Более 6 тысяч детей в учебный период ежедневно курсируют по районным дорогам Мариэл. Поэтому безопасности перевозки школьников уделяется особое внимание. Большая часть автобусов оснащена системой ГЛОНАСС. Каждое сиденье оборудовано ремнем безопасности. Контроль ведется не только за техникой. Перед выходом в рейс, как и после, все водители проходят медицинский осмотр. Что касается пути следования, паспорт разрабатывается на каждый маршрут, а их всего 150. Что примечательно, благодаря перевозке детей, состоянию дорожного полотна уделяется особое внимание. Также строятся остановки и налаживается уличное освещение. В течение 2012 года мы планируем закупить еще 38 автобусов, в том числе за счет средств федеральной бюджетной субсидии, которая поступила в республику на модернизацию системы общего образования. 8 лет, как оказалось, это срок для отечественного автопрома. Несмотря на все примочки безопасности, которые продумали конструкторы, качество автобусов неважное. При цене больше миллиона у тех, что были закуплены в середине 2000-х, уже прогнили кузова. Каждый год ломались радиаторы. А ходовой говорить не приходится. И это при условии хороших дорог, как утверждали специалисты. Восстановлению и передаче другим учреждениям эти единицы техники уже не подлежат. В среднем один автобус обходится бюджету республики в 40 тысяч рублей в месяц. И это без ремонта. Затраты весомые, когда количество идет на сотни. Специалисты планируют и дальше увеличивать количество маршрутов, чтобы снизить нагрузку и сократить время в пути. К примеру, в Маркинском районе протяженность следования одного автобуса 90 километров. Будет больше транспорта, это позволит детям добираться до школы быстрее. Хотя главный акцент все же надо делать не только на количестве, но и на качестве. Йошкар-Олинский «Спартак» готовится к сезону игр во второй лиге. Заявка команды пройдет в Москве сегодня. Состав отличаться от прошлосезонного будет незначительно. В частности, болельщики не увидят Константина Попенко, который покинул клуб. Йошкар-Олинские футболисты будут играть в зоне Урал-Поволжье, где кроме «Спартака» 14 команд. Среди них такие соперники, как «КамАЗ» из Набережных Челнов, «Казанский Рубин-2», «Кировская Динамо», «Ульяновская Волга» и другие. По предварительной информации, сезон 2012-13 начнется с матча первой стадии Кубка страны. Запланирован он на 15 июля. Соперник красно-белых – «Рубин-2». Первые два тура первенства наши футболисты намерены провести дома. 21 июля «Спартак» будет принимать «КамАЗ». 24 июля – «Зенит» – «Ижевск». Третий и четвертый туры будут выездными. Сейчас йошкар-олинские футболисты перешли на двухразовые ежедневные тренировки, которые включают не только физические упражнения, но и отработку тактико-технических элементов. Какие события создают день сегодняшний в Мариэл? Об этом сполось печатных и электронных СМИ. В студии Екатерина Роман. Здравствуйте. Десантники-парашютисты покинули ТВУ. Напомню, что на прошлой неделе парашютисты из Мариэл в количестве 80 человек прибыли в ТВУ для тушения пожаров. Наш отряд был распределен по наиболее горячим точкам. Еще неделю назад в регионе было зарегистрировано 11 пожаров, 3 из них крупных. По сообщению интернет-версии «Комсомольской правды», сейчас ситуация в ТВУ стабилизировалась. Прошедшие дожди позволили ликвидировать старые пожары и произвести перегруппировку сил. Все началось со строительства дома, а продолжилось крупной археологической раскопкой. Найденные в центре Йошкар-Олы на улице Комсомольской человеческие останки приостановили строительство. Теперь здесь без выходных по 10 часов в день трудятся и археологи, и студенты, кропотливо изучая каждый сантиметр. Ведь на этом месте располагался край бывшего Тихвинского кладбища. Что находят специалисты на месте и почему среди православных погребенных встречаются католики? Все подробности на 17-й полосе «Марийской правды» от 26 июня. Только за одну неделю от укусов клещей пострадали 168 жителей республики, в том числе 24 ребенка, сообщает газета «Йошкар-Ола». Больше всего страдают жители столицы, Медведевского и Новотарьяльского районов. Из общего количества зарегистрированных насекомых 8 клещей оказались энцефалитными и 7 боррелиозными. Так что бдительность не теряйте.
Санитарные врачи штрафуют лагеря, сообщает еженедельное издание АИФ «Мариэл». К концу первой смены специалисты Республиканского Роспотребнадзора провели 237 проверок оздоровительных учреждений. В 187 случаях выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Возбуждено 249 дел об административной ответственности. Большинство за недостатки в организации питания детей. Это не только нарушение правил хранения продуктов, но и наличие в некоторых случаях кишечной палочки в готовой продукции. Есть и нарушение санитарно-противоэпидемического режима. Это отсутствие электро- и бумажных полотенец, бумаги в санузлах и так далее. Наложено 119 штрафов на общую сумму 194 900 рублей. С 13 по 15 июля в республике пройдет 7-й слет любителей авиации. Это беспрецедентное для нашей республики событие соберет около 50 частных воздушных судов со всей России. Слет проводится регулярно в разных регионах страны. Мариэл как место проведения подходит идеально. Йошкар-Олинский аэропорт не загружен рейсами, поэтому в распоряжении частных авиаторов будут свободное небо и незагруженная диспетчерская служба. Основные задачи слета – популяризация и легализация малой авиации. Дело в том, что до недавнего времени малая авиация в России не существовала как класс. Сейчас она прописана в ряде законов. В дни проведения слета перрон аэропорта будет открыт для всех. Из самых зрелищных самолетов, скорее всего, будет самолет-лодка, вмещающий более 10 человек. Жуки-вредители в хвойных лесах создают чрезвычайную ситуацию. Главной причиной сегодняшнего массового распространения елового короеда в марийских хвойных лесах официальные органы называют засушливое лето 2010 года. Иной взгляд в свежем номере газеты «Ваш новый день». Короедство началось с принятия нового лесного кодекса в 2007 году, когда леса стали сдаваться в аренду. Сегодня руководство республики пытается упростить бюрократическую систему, привлечь к расчистке леса граждан. Лесничеством разрешили оформлять договоры на заготовку и вывозку сухостоя в объеме до 500 кубометров бесплатно. Такая древесина годится разве что на дрова, и в то же время вырубка не единственный путь спасения лесов. Необходимо прививать здоровые деревья, и в первую очередь это касается национальных парков и заповедников. Это был еженедельный обзор прессы, только проверенная информация. Берегите себя и всего вам доброго!